И всем привет, с вами я Александр Сачков, и в этом видеоролике я буду играть опять в Left 4 2 за зараженных. Так, включаем сразу компанию. Сегодня мы будем играть в... Сейчас скажу, во что. Так, компания. Создаем, в общем, компанию, нажимаем на болотная лихорадка. Так, сложность давайте все-таки оставим. Я не знаю, какую сложность оставить, честно, ребят. Вот думаю. Не знаю, какую сложность можно поставить. Давайте попробуем это поиграть на эксперте. Или на мастере. Давайте на мастере попробуем. Пока что. На мастере. Потом, может, завтра поиграем уже на другой сложности. Так, значит, сервер опять локальный. Мы опять с админкой будем играть. Ну, я там буду, конечно же, помогать. Все-таки должны пройти. Ну, чтобы мне было интересно, вам было интересно, чтобы посмотреть хотя бы. Играю я опять за тренера, ну, чтобы на него никто не заходил, потому что это мой персонаж, на него стоит аддон этого из Call of Duty, короче, да, хоста, там идет скин. Ладно. Так, грузится карта, она должна загрузиться прям сразу, но почему-то она у меня не загружается так, как я хотел, потому что я уже вчера проверял эту карту, она... Проходится на мастере очень даже хорошо. Хоть я играл за выживших. Сегодня мы играем, как я сказал, за зараженных. Так, ладно. Не забывайте подписываться на мой канал Nubaz Company. Ссылка где-то вот тут. Да, где-то там. В общем, все, что вам нужно, это только поставить лайк под этим видеороликом и подписаться на мой канал Nubaz. Да, все. Так, запускаем. Так. Ну да, долго будет, наверное, закачиваться эта карта, потому что мы играем на своем сервере, локальном сервере, и мы играем в публичную игру. То есть к нам могут заходить люди какие-то. Ну, точнее, как заходить. Да, не могут заходить три человека. Играть я сегодня буду, опять же, с ботами, да, то есть... Добавлю ботов, потому что вчетвером они никак не пройдут, да и весело не будет. Так, сегодня будет, да, намного интереснее, чем даже было. Я открываю админку. Сегодня будет намного больше ботов, чем даже вчера. Сегодня добавлю 9 ботов, или 10. Да, 10 ботов будет. В общем, посмотрим. Посмотрел, так, где мы были перед крушением. 10. Так, ну что ж, давайте создаем ботов. Значит, так, добавить. Только админ, как всегда, и стройка выключена. Так, ладно, теперь переходим в режим, ну, 9, ладно, пусть будет 9, ладно, мне все равно. Так, играем мы за зомби, да, как всегда. Надеюсь, это не будет как никак, наверное, нам мешать. Так, их очень дофига стало. Их серьезно очень дофига. И восстанавливать их будет труднее. Ну не 10, потому что я так захотел. Ладно. Не 10, не 10. Так. А, классный выстрел. Ладно. Это была просто проверка, будет работать или нет. Да. Все отлично работает. То есть, да. Извиняюсь, это такой круг. Перезаряжаю. Это они в круг идут, если что. То есть это как... Не знаю, как... Так, ладно. Мы дадим им пройти. То есть, мы даем им пройти. Перезаряжаю! А, ладно. Ну не я, ну ладно. Ну, это как бы интересно, потому что здесь как бы не закончилось. Я же поставил. Все могли сходить? Я уже не. Эй, осторожно! Ну ладно, все круто, все нормально. Мы поиздеваемся, ладно. Хотя бы троих заделали. Нормально. Да, сейчас играют только одни боты. Ладно. Сейчас я не знаю. Ну это. Не абсолютно. Так.
так, немного запутался в карте, ладно. А где типа должна быть? Надо перезарядиться, да, перезаряжаю. Вот они должны сюда идти. Блин, не сюда. Надо перезарядиться! Что такое? Да, сюда они должны идти. Почему они не идут? Я загромил. Что они стали? Так. Тренера. Ладно. Тут какие-то эти. Почему они стоят эти? Давайте. Почему вы на месте стоите, не помню? Они вообще тут? Видимо нет, они не будут. Перезаряжаю! А, не-не-не! Они идут, они идут нормально, то есть все нормально. Давайте создадим трех танков. Перезаряжаю! Три танка. Давайте расставим ну, для такого веселья, давайте. Осторожно. Расставим ведьм. Будет ведьма. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Надо перезарядиться. Перезаряжаю. И тут будет. Так, и давайте им дадим. Перезаряжаю. Осторожно. Надо перезарядиться. Надо перезарядиться. Надо перезарядиться. Осторожно! А что они спавнятся? Осторожно! Не, нормально, спавнятся. Осторожно! Да, вы только посмотрите, как их хочет. Перезаряжаю! Перезаряжаю! Эй, откуда они там? Надо перезарядиться! Сука! Помощь! Я бы сейчас не помешал! Сюда идет ведьма! Она уже здесь! Перезаряжаю! Мне тут нужна помощь! Все на лодку! На помощь! Помощь мне бы сейчас не помешала. А я не понял, как заряжаю. Помогите скорее! Помощь! Ладно, я сделаю. Я сейчас помогу. Я в лодку! На помощь! Давай. Мне нужна помощь. Я не смогу вести. Я скоро свалюсь! Помогите! Кто-нибудь поможет мне, а? Я беспокоюсь за тебя. В этот раз помогу, но следующий может стать для все тебя. На лодку! Спасибо! Это было весело. Уберите от меня эту тварь! Поможет мне, а? А чё, где они? Эй, народ, живо на паром! Да, что-то лагает, ребят. Ладно. Тренер. Нормально видно как. Ты же знаешь, что... Опа. Давай. Перезаряжаю. Заберите меня отсюда. Так. Элис, помогите! Помогите!
это горящее дерьмо! Ну? Эй, продержись буквально еще пару секунд! О! Вообще идеально. Меня кто-нибудь слышит? Зелененький, смотри. Эй, народ, живо на порог! Тренер. Давайте, пришите к нам быстрее! Я лагу! Выбраться отсюда! Да, ну ладно, мы займись себя. Я думаю, он будет. Я лагу! А вообще нет. Эй, мне нужна помощь! Скорее. А, ну да, ему видел, да. Покатаемся на пароме. Ладно, мне давайте дадим. Чего им дадим? Перед давайте дадим. Я в лодку. Сюда им сюда. Не оставляйте меня здесь. Пару секунд. И немного таблеток. Таблеток. Похрен. Так. Пока что, наверное, для них это все. Так, давайте им дадим еще оружие. Давайте дробовики. Покатаемся на пароме. Я могу. Ты сейчас на части развалишься. Стой смирно. Так, круто. Ладно. Взял шприц. Пока что нормально. Вытащите меня отсюда. Все в лодку. Пока что все нормально. Лечусь. Прикройте. Ну что, никто вытащит меня отсюда. Шучу. Пожалуйста, сейчас. Помогите. Так куда лучше. Ну что они? Эй, есть тут кто-нибудь? Все в лодку. Не пойдут, нет? Ладно. О, черт, я попался. Вытащите меня отсюда. Вытащите меня отсюда. Ладно. Все в лодку. То есть этих я убил. Осталось 4, которые боты. Которых зайти за них нельзя. Круто так. Живее, все в лодку! О, Ник! Тут выжил. Хотя, не может быть живым. Ладно. Ладно, эй, народ, живо на паром! Давайте им все-таки... Сливайся! Ну и все, им хватит. Перезаряжаю. Я думаю, достаточно. Пусть закроют дверь, ладно. А вы начинаете мне нравиться. Так, ладно. Что вообще сейчас произошло? Живее, да, лодку. Они прошли. Да, я так и хотел. Да, я этого, ну, как бы им все-таки помог там. Потому что я им дал аптечки там. Ну, с танками, конечно, была проблема у них. Но это же мастер. Что будет завтра на эксперте, я просто не знаю. Потому что я там добавлю тоже 9 ботов, и там будет немного поинтереснее, потому что это мастер, а будет эксперт. Немного по-другому будет. Но я думаю, будет весело, будет интересно, и... Так. И карта болота, да. Сейчас загрузится, ладно. Идем. Сейчас, я думаю, загрузится, нормально все будет. Так, в общем, что? На следующей карте, значит, смотрите, я опять сделаюсь админом, поставлю там моих... Да. Ставим так. Так, окей. Дальше что? Значит, здесь мы ставим, так. У кого-нибудь случайно нет дихлофоса? Ладно. А знаете, что еще можно сделать? Перемазаться мерзвет. Так, значит, что, мы добавляем ботов. Значит, мы добавляем ботов. Значит, раз, два. Перезаряжаю! 5, 6. Так, ладно. Окей, народ. Так, окей. Что там они делают? Я не понял. Так, ладно. Окей. И что? Так, давайте им дадим немного... Адреналина, так, да. Да. И да... Я не знаю, они выйдут вообще или сами? Сами-то выйдут, нет? Должны. За них играет человек один. Он должен выйти сюда. Вот теперь все отлично. Ну? А, ну все, он вышел, да. Понял, наверное, что происходит. Перезаряжаю. Ну и что? Я перезаряжаю. Взял шприц. Взял шприц. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Пойдут вперед, нет? Перезаряжаю. Давай, не бейте его!
заряжаю. Так, они должны идти вперед. Кстати, не прошли тут путь вот этот, где им нельзя было идти. Вот. Дальше не пошли. Осторожно! Осторожно! Перезаряжаю! Дальше. Надо перезарядиться! Ну вперед, давай. Взял шприц. Надо перезарядиться! Мне надо прийти в себя. Не подходит. Так, ладно, не пошли, да, я так думаю. Давайте курильщики. Поиграть? Получилось, ладно. Я поставлю тебя на ноги. Перезаряжаю. Но нужно срочно вылечиться, иначе... Спасибо. Беру таблетку. Нет. Ну что, не будет идти, нет? Кто-то, видимо, не хочет, чтобы мы выжили. Давай, ты же за тренера, давай. Стоп, как он за тренера играет? Вот оружие! Ах, блин, у вас нет, вот он. Ну что, давай, это все нехорошо. Давай, давай, давай. Осторожно! Перезаряжаю! Давай, пошли-то! Перезаряжаю! Не обратно шли? Да. Перезаряжаю! Перезаряжаю! Эй, я попал! Подожди, иди туда! Перезаряжаю! 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 Перезаряжаю, это интересно! Они вернулись обратно, да ладно? Вот умереть! Вернулись обратно. Взял шприц. Круто, да. Перезаряжаю. То есть они не ушли... Нет, никуда вообще. Перезаряжаю. 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 Мне нужна пара. Да. Спасибо, что мы должны. Граната, ложись! Пушки, а ты перезаряжаю. Перезаряжаю. Взяла шприц. Взял шприц. Перезаряжаю. Осторожно. Перезаряжаю. Сейчас будет слив. Перезаряжаю. Сейчас. Перезаряжаю. 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 Очень больно. Перезаряжаю. Граната уже летит. Ладно, давайте за ним. Я иду. У тебя все пройдет. Перезаряжаю.
Так. Постреляем. Давайте им дадим. Смотрите. Давайте им дадим молотовые, значит. Здесь, значит, молотовые. А, значит, здесь дальше. Здесь давайте дадим им. Говорю тебе, скоро польется зомби-дождь. Вот, давайте. Три автомата, пусть берут автоматы. Осторожно! Сейчас отлично! Перезаряжаю! Так, они набирают пока что молотов, пытаются что-то молотовы, что-то пытаются там сделать. Я признаю. Смотрите, значит, что там дали? Я им дал автомат, значит, какой-то дефибриллятор есть. Подождите, мне надо подлечиться. Давайте спавним. Ладно. Нормально. То есть, смотрите, мы прошли все нормально, и что там дальше? Так, вообще идет? Нет? Да, он пошел дальше. То есть он пошел дальше, да. Так, ладно, тоже весело, тоже нормально. Бросаюсь, с одного удара я могу прям всех убить. Круто вообще. Перезаряжаю. Ух ты, какие, блин, вообще. Эй, осторожно! Ладно. Перезаряжаю. Эй, я перезаряжаюсь. Ну? Перезаряжаю. Черт с ним! Что открывайте! Мы готовы двигаться дальше. Так, надо войти в себя. Осторожно! Ладно. Так. Да, кому-то стало интересно, они зашли, то есть. Так. Осторожно! Осторожно! Перезаряжаю! Перезаряжаю! Окей! Окей. Перезаряжаю. Пушки! Их я всех убил. Перезаряжаю! Да. Ну давай, держись. Ладно. Я могу вот умереть. Таблетки мне пригодятся. Так, ладно. О, нет. Вот чего мне не хватало. Вот ладно. Окей. Значит, что они таблетки там взяли, да? Так. Тут лежит оружие. Прощение. Даник. Я бы скучал, что же ты наделал? У нас есть пушки. Так. Ну. Да помощь. Да помощь. Так. Окей. Так, ладно. Что тут? Так. Мне нужна помощь. Значит, что? Нет, 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 нет. Попробуй дать. Спасибо. Я подлечусь. Держись, я уже иду. Громила! Ладно. Давай. Перезаряжаю.
Эй, мне нужна помощь! Спасибо. Ну круто, да. Продержишься. О, черт, отлично. Ну и боль. Перезаряжаю, да. Перезаряжаю. Ладно. Спасибо. Я беру аптечку. Да, сейчас у нас точно начнется. Вооружайся, сволочь дергается. Я так тебя не вылечу. Здесь есть... Если так дальше пойдет... Ладно, у них вроде есть все, да. Не хочу, конечно, окей. Слазить, но я, кажись, помираю. Не, их очень дофига, не. Так нельзя. Вот и я про то же. Осторожно! Перезаряжаю! Ну теперь я применю другую тактику, я буду... Перезаряжаю! Спавнить ведьм. Перезаряжаю! Эй, осторожно! Тут лежит оружие. Вот дефибриллятор. Короче, ничего не знаю. Оружие, отлично. Они что, действительно строили дома? Дома под водой? Так. Что ж, друзья? Здесь есть оружие. Потерпи чуть-чуть. Будет немного больно. Так, вот и вот можешь взять себе. Взял шприц. Здесь есть оружие. Эй, осторожно! Нормально. Тебе только не снова! Перезаряжаю. Парни, Перезаряжаю. И как тот чувак из Давай. Тут посмотрите. Помогите скорее! Осторожно! Теперь другое дело. Мне будет тебя не хватать. Перезаряжаю! Все будет хорошо. Так куда лучше. Ладно. Перезаряжаю. Спасибо, за мной должок. Не, их слишком. Девочка, тебе надо усидеть. Тут лежит оружие. Перезаряжаю. Ладно. Перезаряжаю. Посмотрим, как будет с прицелом. Окей. Давай спалим все к чертовой матери! Что там, Элис остался, да?
Перезаряжай! Клянусь всеми богами! Держись, я иду! Перезаряжаю. Ладно, круто. Перезаряжаю. Теперь нет. Все внутрь. Да, и так уже почти бегу. Черт бы побрал этих грязевиков. Смотри, за их нет света, и сейчас он их взвесит. Перезаряжаю. Так, сколько их осталось? Помощь мне спасибо. Бы сейчас не помешала. Народ, ну поживи! Поднимайся на ноги, живее! Ему собирается мне помочь! В следующий раз будет для тебя вас. Перезаряжай. Спасибо, за мной должок. Мне надо срочно лечить! Я же только что это смыла! Я вроде там их всех поубивал, кого смог, кого не смог. Ладно, это нормально, то есть я попытался, я их все-таки как-то убил. Но это мастер! Ребят, на эксперте все будет совсем по-другому, я их буду прям мочить прям в начале, это будет интереснее. Но сейчас я им просто, ну да, я им пытаюсь как-то не дать победить, но все равно им даю шанс как-то выбраться, даю им всякие адреналины, таблетки, ну редко когда аптечки, дефибрилляторы, в общем, чтобы они там нормально играли. Да, я понимаю то, что ботов слишком дофига, их сложнее победить, но так интереснее, мне кажется, чтобы там... Ну, не знаю, для меня это интереснее, если для вас нет, то не знаю. Мне кажется, это очень интересно, когда много ботов, ну, максимум, чтобы 3 бота было еще. То есть всего должно быть в команде где-то человек 7. Ну, может быть, нет, 7. Человек это максимум. То есть, если было 4, то если сейчас становится сразу... Ну, в общем, ладно. Понятно, наверное. Так. Ну что ж. Так. А почему их... Ладно. Давайте забудем. Так.
Создаем ботов. Так. Окей. Ладно. Перезаряжаю. Надеюсь, будет весело, потому что я подготовил такое. Это будет что-то такое. Он сейчас угробит меня! Так, ладно. Окей. Все круто, все нормально, все офигенно. Мне кажется, слишком Перезаряжаю. Сначала было весело. И сам главное не должны проиграть. Я перезаряжаю. Сил никаких не осталось. А кто Аарон? Живой-то остался. Не, их очень дофига. Держись, сейчас я тебя подлечу. Сработало. Мне нужна помощь! Окей. Осторожно! Я заряжаю! Мне кажется, нет. Спасибо. Это идеально. Осторожно! Надо перезарядиться! Меня задержит! Перезаряжаю! На меня попало это горящее дерьмо! Так. А что?
Громила! Так. Громила! Я попытаюсь справиться с этим. Тут целая гора трупов. Элис, так. Элис, ну что ж ты можешь сделать? Идеально, смотрите, как. Перезаряжаю. Опа! Вот все! Дай мне Я сам не стреляю! Помогите! Я буду ничего! Ущелевавщица! На помощь! Спасибо! Черт побери! Спасибо! Черт побери! Эй, вы, хороший мой стрелять! Вытащите меня отсюда! Помогите! Пожалуйста! Мне нужна помощь! Эй, мне здесь нужна помощь! За мной должен. Так, а чё, давай, даем ему, даем. Кажись, я не дотянул. Так, даем ему оружие. Ой. Взяла шприц. Взял шприц. Им должно хватить. Так. Так. Больно, но я перетерплю. Да, признаю. Помощь сейчас будет не лишней. Здоровым себя не назову. Так. 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 Погнали. Дерьмо, ну и дерьмо, дерьмо, вот так. Дерьмо, дерьмо! Перезаряжаю! Давайте сюда! Перезаряжаю! Есть тут что-нибудь? Я ранен! Громила! Да, ты крутой и все такое, но подчеркните меня отсюда! Нет, нет! Идеально! Мне нужна помощь! Эй, мне кто-нибудь слышит? Меня схватил курьер! Перезаряжаю! Ладно, я все, ранен. Пусть они... Пусть они так. Я взял шприц. Ну и дерьмо. Так, ладно. Братник. О, так, да. Мне определенно нужна помощь. Так, окей. Играем дальше. Все, них убить. Так. Ой, нам это пригодится. Шприц у него остался. Ладно. Все круто. Так. Этот пока что взяли, они пока что все взяли. Вот пошли в другое место. Так, их осталось меньше, у них там мало хп. Это окей. Беру таблетки. Так, ладно. Куда они идут-то? У меня есть кое-что для тебя. Так. Че, куда они идут? Я не понял, а куда вообще они идут? Так, они идут, значит, где-то сюда. Или они обратно идут? Нет, там вроде никто не играет. Так, окей. Перезаряжаю. Ладно. Окей. Я сейчас вернусь, мы продолжим.
Перезаряжай! Эй, я перезаряжаю! Громила! Громила! Я перезаряжаюсь! Перезаряжаю! Итак, чего мы не подошли? Давайте им дадим. Давайте им дадим. Ну, помогите уже мне кто-нибудь. Так, райфлы, давайте вот посмотрим. Райфлы. Эй, ребята, так. Не бросайте да, меня. Да, не вся райфлы. Я не просил о помощи, но сейчас выбора нет. Помогите. Эй, мне здесь нужна помощь. О, нет. Готовьтесь. Как нет. Толча. Эй, осторожно. Доктор уже в пути! Эй, осторожно! Давайте, давайте, давайте! Так, давай! Эй, осторожно! Берите аптечки, давайте! Сейчас отрублюсь! Что вы там делаете, меня не касается! Только заберите меня, когда закончится! Давай, осторожно! Я на помощь! Перезаряжаю! Эй, кто-нибудь, мне нужна помощь! Эй, осторожно, я слышу что-нибудь! Перезаряжаю! Меня что-нибудь слышит? Эй, ну помогите уже мне кто-нибудь! Пригодится. Есть тут кто-нибудь? Вот это я тебе хочу. Есть тут кто-нибудь? Что, я лечусь, нет? Кто-нибудь? Эй, осторожно! Заберите меня отсюда! Здесь охотник! Мне нужна помощь! Надо перезарядить! Эй, осторожно! Надо перезарядить! Осторожно! Перезаряжаю! Так. Ладно. Значит, смотрите, давайте я спавню себе кого. Давайте, чтобы это все закончить сразу. Значит, а респаун выживших, значит, этого. Давайте им сразу... Да хватит уже дергаться! Сейчас да. Вылечу! Так. Хорош дрыгаться! Сейчас вылечу. Полета. О, больно. Болит ужасно. Сам я не выберусь. Эй, курильщик! Помогите мне выбраться отсюда! Я все сделаете, не забудьте! Перезаряжаю! Меня. Ну я делал, я не тебя. Ничего, так. Сейчас помогу. Эй! Так, а как это? Что вы там делаете, меня не касается. Телепортировать игрока? Давайте все живы сюда, внутрь! Есть тут кто-нибудь, мне нужна помощь! Хватит тратить время попусту, скорее внутрь! Алис! Дерьмо. На мне это слизистое дерьмо! Народ, ну поживее, сколько можно? Так уже иду, как только могу. Ведьма! Так, ну что, они идут, нет? Осторожно! Ах, как же мне будет тебя не хватать. Ну давай же, давай, держись, не сдавайся! Врач! Куда все? Так. Что вы там делаете, меня не касается. Так, только ладно. Заберите меня, когда что закончите. Давайте. Пожалуйста! Вы же помогите! Не просите меня подыхать здесь. Так. Меня кто-нибудь слышит? Так, ну, видимо, все. Я слишком большой, чтобы помещаться в этом шкафу! На помощь! Помогите мне выбраться отсюда! Меня слышит кто-нибудь? На мне! Помощь, если что. На какое-то время хватит. Давай, Ник. Мне нужна помощь! Сам я не выберусь! Эй, есть тут кто-нибудь? Нет, эй, мы же команда! Заберите меня отсюда! Мне нужна помощь! Стреляй в громилу! Ну! Давайте все туда. Есть тут кто-нибудь? Я и так его убил, вот. Все, у него нет, аптечки нет. Все, давайте, заходите. О, Элис, мне будет заходите, заходите, давайте, закрывайте.
все, молодцы. Так, ладно, и последняя игра она будет. Последняя. Плантация, значит, четвертая миссия. Значит, что? Значит, как мы ее будем вообще проходить? Значит, плантацию мы будем проходить немного по-другому вообще. Значит, как мы ее проходить будем, я вам сейчас скажу. Как всегда, я им даю там, ну, шансы победить. Они по-любому победят. Потому что играем мы на мастере, и это немного посложнее, чем вообще обычная игра. Ладно. Так. Ну что, они там будут или не будут? Так, ждем. В общем, ждем, пока что они... Блин, как это сказать-то? В общем, ждем, пока что они респавнятся на плантации. Дадим им все там, все, что нужно им. То есть я опять спавню ботов, как всегда. Даю им адреналины, аптечки, то есть все, чтобы они именно победили. Дам им оружие, зажигательные патроны, разрывные патроны. Дам лазеры, как всегда. То есть дам им такие, в общем, вещи, которые им... Именно им помогут в самой игре. Ладно. Так. Так, извиняюсь. Так, вот, да. Ну что ж, создаем ботов. Так, создаем ботов. Добавить. Так, и портал. Портал. Давайте портал будет выводить где-нибудь. Так, да, сюда. Пусть будет портал выводить сюда. Окей. То есть сюда можно будет телепортнуться. Также только админ выключить. Все. Мне кажется, у них нормальная команда, они победят. Так. Создаем, значит, дробовики. Различные дробовики. Получите оружие. Адреналины. Так. Взял дефибриллятор. Так. Окей. Ладно. Эти никогда лишними не будут. Я забрал таблетки. Взяла шприц. Все, что им нужно, они там собрали. Перезаряжаю! Перезаряжаю! Так, собрали дадим. Осторожно, осторожно! Значит. Не, это там уже будет. Домик. Перезаряжаю! А где дом? А, там. Точно. Чуть не запутался. Так. Пусть они дойдут до дома. Значит. Здесь у нас есть респавнер. Так. Значит, смотрите. Вот дом. Сюда? Стоп. Нет. Да, сюда. Вот где лестница. Давайте мы здесь. Так. Пока что только так. Здесь, значит. Здесь у нас коробка с лазерами. Так, ладно, пока что так. Здесь, значит. Что-то разрывное давайте. Так. Молотовый. Накидаем. И все. Так, дальше. Дело в этих аптечках. Будет эти. Так. Так. Ну, им, наверное, хватит. Все-таки это дофига им, да? Ну, ладно. Перезаряжаю. Так. Так, дальше. Перезаряжаю. Так, все. Вроде все оружие, которые есть в игре, я добавил. Так, кто там ушел-то? Куда-то кто-то телепортировался, да? Нет? Никто? Молодцы. Так. Куда они полезли? Кто не взял пилы? Так, ладно. Остальное мне надо. Кажется, это и им, и так нормально. Нет, давайте все-таки им создам. Значит, Я заряжаю. Здесь, значит, патроны будут. Извиняюсь, что здесь, ну ладно. Так. Здесь, значит. Что здесь еще можно добавить? Так, давайте здесь дадим салюта немного. Ну как немного, дофига. Просто дофига салюта. Так, и
Ебись. Я возьму осколочные патроны. Пусть они здесь валяются. Так, вот и все. Значит, смотрите. Пусть они пока что запускают эту штуку. О, так. Пушки. Так, ну осталось где-то 5 минут. Так. Так, значит, пусть они пока что радио включают. Они ведь включат радио, да? Пусть они включают радио тогда. Чё, куда он пошёл-то? Так. То есть все взяли себе оружие, как ей им надо. Тут здесь тоже оружие, здесь аптечки. Какие-то таблетки. Фамас почему-то здесь оказался. Я не знаю, почему здесь Фамас оказался. Ладно. Значит, чё? Есть у нас. Так. Спускайте, давайте. Чё, ребят? Блин. Придется менять команду на сервер. Так. Погнали. Уберите его! Уберите его! Так. Ой. Нормально. Так. Ладно. И мы даже надо включить радио. Есть тут кто-нибудь? О, привет! С тех пор, как заразилась моя жена, так. Здесь стало очень тихо. Где вы, отзовитесь? Так. Ладно. Мы в большом доме. Так, ладно. Стойте, где стоите. Я вас оттуда. Хватает, я думаю. Поливальщица! Поливальщица! Большая пушка! Ладно. Зря не сделали, ладно. Что это? Перезаряжаю! Перезаряжаю! Получи, тварь! Yeah.
Ладно, они лечатся, и сейчас уже будет концовка, потому что это, в общем, концовка этой миссии, этой игры. Так, да, вот такой вот красивый дом, осталось совсем чуть-чуть, да, уже сломали штуку, можно спокойно уже добегать до туда. Так, что они сейчас, наверное, и сделают? Подожди, я так. Если я так. Смотрите, сколько. Охренеть. А, у нас остался один тренер. Круто. Так. Окей. В общем, смотрите. Мы прошли эту игру. Давайте я выйду. В общем, мы прошли эту игру. Мне понравилось. Не знаю, как вам, но мне очень понравилось это прохождение. Это было интересно. Это было... Да, это было только интересно. Ну, посмотреть там, как борются там... Выжившие, зараженными и со мной админом. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сычков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Noobass Company. Ссылка есть здесь. Просто нажмите на кнопку подписаться, и я буду очень рад этому, потому что я набираю еще подписчиков. В общем, пишите комментарии под видео, и всем удачи, и всем пока.